Учитесь вы, учите свою команду, учите команду всегда учиться, чтобы учить других в команде. Бесконечное слово «у». Оно дает результат. Бесконечное слово «у». «У-у-у». Все, что с «у» связано, применяйте это чаще. Как это работает? Давайте я вам покажу наглядно. Мне нужно два человека. Бери кувалду, а второй телефон. Достань свой телефон. Теперь смотри. Я когда стою, я говорю очень простыми, понятными словами, не заумными. Я ему говорю, тебя как зовут? Миша. А тебя? Иван. Иван. Я подхожу и говорю, вот как на работе происходит. Я говорю, Миша, значит, поставь кувалду. Да, вот так. Теперь твоя задача взять правой рукой, ниже чуть-чуть. Вот, еще ниже, да. Теперь левой рукой вот здесь возьми. Да, вот так. Теперь поднимай кувалду. Вот, отлично, чтобы тебе не тяжело было. Поднимай, вот так. Да, молодец, ставь на плечо, держи. А теперь я тебе говорю, включи телефон. И вы можете включить телефон. Вот сейчас для вас будет урок. И я говорю, Иван, ты остаешься ответственным за Мишу, чтобы у Миши все получилось. Миша, ты понял, как брать кувалду? Сначала правой рукой, потом левой. Или там, да, наоборот. И все записали. Все, кто были рядом, все записали этот процесс. И направь на него камеру. Направь камеру. Теперь еще раз поставь кувалду. Теперь возьми, как тебе удобно. Да, давай. Бери, как тебе удобно. Так, правой. Давай, давай, давай. Правой, левой, на плечо. Все, готов. Снял? Есть. Вы сняли? Отлично. Вот вам простой мастер-класс. Видите, как все просто работает. И теперь что произойдет? Все, ставку, спасибо, Миша. Как это все работает? Мы с вами только что воочию увидели, как можно один процесс мультиплицировать. И он не надо мне будет, Миша, повторять 1000 раз, что делать. У меня это будет в компании. Внутри у меня будет папка, в которой будет раздел «Строители», «Бригадиры», «Интернет-реклама», «Маркет», там «ДДДДД». И там есть обучающие процессы внутри. Я не объясняю никому 10 раз. У меня есть тот, кто с телефона записал, и все повторяется. И потом каждый уже понимает, что есть понятные условия, как работать. Согласны, что это работает лучше, чем теория книгу прочитать? Видите? Поэтому я считаю, что телефон нужно использовать по назначению. У вас есть у каждого камера. Любой процесс, который вы делаете, старайтесь его фиксировать. Поставьте человека вот как я. Я, кстати, ничего не сделал только что. И таким же самым методом я бы сказал им выбить стену. И они бы выбили. И этот процесс был бы зафиксирован. Я, кстати, ничего не сделал. Вы заметили? Ну, вот так оно и выглядит. Вот это предприниматель. Он помогает им добиться результата.